Депутата Думы Белоярского района от своей территории предстояло выбрать избирателям участка номер 4. В его границах зарегистрировано чуть более 1500 человек с правом голоса. Избирательный участок открылся у нас в 8 часов для голосования избирателей, проживающих на нашем избирательном участке. А это значит микрорайон Геолог и 7-й микрорайон. Как отмечают члены участковой избирательной комиссии, избиратели активно приходили на участок, чтобы отдать свой голос за того или иного кандидата. Приходили с семьями, детки помогали взрослым у избирательных урн. Люди понимают важность сегодняшнего выбора, ведь предстояло избрать достойного кандидата в районный парламент. Каждый человек должен выражать свою позицию, прежде всего, как гражданина. И поэтому мы должны сделать выбор, пропустить тех людей, которые будут работать для нас и на благо нашего Белоярского района. И старшее поколение, и молодежь все в этот день пришли на выборы. Помещение для голосования было под охраной Министерства по чрезвычайным ситуациям и стражей правопорядка. В фойе Дворца спорта организована акция «Измерь свое артериальное давление». В течение всего дня для посетителей Дворца спорта работала кофейня. И это уже добрая традиция на выборах – прикупить вкусного. На участках работали волонтеры и наблюдатели. Координатором на этих выборах были и представители общественной палаты Ханты-Мансийского автономного округа Югры. Предварительно до начала выборов был осмотрен избирательный участок. Было видно, что отнеслись серьезно. Все права избирателей соблюдены. На сегодняшний день спокойно выборы идут. В день выборов на избирательном участке проголосовало порядка 550 человек. Подавляющее большинство свои голоса отдали за Александра Богданова. Он и войдет в состав действующего районного парламента 6-го созыва в качестве народного избранника. Валентина Иванова, Юрий Орлов, Время новостей, Белоярский.